Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов про призраков и духов. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. «Охотники за привидениями» 2016 года. 30 лет назад охотники за привидениями спасли Нью-Йорк от нашествия призраков, но теперь городу вновь угрожает опасность. Былые герои не могут стать на его защиту, но находятся и другие отважные люди, всю свою жизнь посвятившие изучению паранормальных явлений. Эбби Йетс объединяется с Эрин Гилберт, пожалуй, лучшим специалистом в квантовой физике, и вместе они собирают команду новых охотников за привидениями, в которую принимают отличного инженера Джиллиан Хольцман, сотрудницу метрополитена Пэтти Толлан, знающую город как свои пять пальцев, и секретаря, настоящего красавчика Кевина. Вместе они начинают борьбу с нечистой силой, терроризирующей мегаполис. «Заклятие 2» 2016 года. Фильм основан на случае, с которым столкнулись практикующие исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены. На этот раз вызов будет из северного пригорода Лондона, где семья, состоящая из четырех детей и матери-одиночки, подвергается нападениям потусторонних сил. Супругам предстоит выяснить, какова природа этих явлений, полтергейст ли это или что-то другое, и главное, почему именно этот дом и именно эта семья. «Лес призраков» 2016 года. Юная американка Сара отправляется на поиски сестры-близняшки, которая таинственным образом исчезла на японском острове Хонсю. Поиски приводят к подножию горы Фудзи, в таинственный лес, который пользуется дурной славой. Сара не подозревала, что она вступает в мрачный мир призраков, злых и измученных душ, которые охотятся на любого, кто блуждает по их мрачному лесу. «Уиджи. Проклятие доски дьявола» 2016 года. Спиритическая доска Уиджи никогда не была просто игрой. Она служила порталом в мир мертвых. Столетиями она служила вратами между миром живых и царством мертвых. Но однажды духи выйдут из-под контроля, и первородное зло овладеет душой ребенка. «И гаснет свет» 2016 года. Когда Ребекка покинула родной дом, она думала, что ее детские страхи остались позади. Ребенком она никогда не была уверена, что реально, а что нет, когда гас свет. И теперь ее младший брат Мартин переживает те же необъяснимые и ужасные события, которые когда-то испытывали на прочность ее рассудок и угрожали ее безопасности. Пугающее нечто, таинственным образом привязанное к их матери Софи, появилось вновь. Но на этот раз Ребекка подбирается к разгадке истины, и уже не остается сомнений в том, что их жизни в опасности, как только будет погашен свет. «Театр призраков» 2015 года. Говорят, что у кукол, сделанных настоящими мастерами своего дела, тоже есть душа. Такая кукла впитывает в себя эмоции своего создателя и бывших хозяев, но иногда она может стать настоящим проклятием. Сара – молодая амбициозная актриса, но все, что ей предлагают, лишь небольшие роли в эпизодах телевизионных сериалов. Чтобы как-то заявить о себе, она решает принять участие в крупной театральной постановке. Она еще не знает, что этот проект может стать для нее последним, ведь одна из главных ролей в спектакле отведена кукле со страшной и кровавой историей. «Уиджи. Доска дьявола» 2014 года. Компания друзей вынуждена столкнуться с их самыми страшными кошмарами после того, как пробуждает темные силы с помощью спиритической доски. «Астрал» 2010 года. Джош и Рене переезжают со своими детьми в новый дом, но не успевают толком распаковать вещи, как начинаются странные события. Необъяснимо перемещаются предметы, в детской звучат странные звуки. Но в настоящий ужас приходят родители, когда их 10-летний сын Далтон впадает в кому. Все усилия врачей в больнице помочь мальчику безуспешны. Несколько месяцев спустя его возвращают домой, где за несчастным ребенком ухаживает мать и сиделка. Но загадочные явления в доме продолжаются. Отчаявшиеся родители готовы обратиться за помощью к кому угодно, и вскоре выясняется, что Далтон в бессознательном состоянии связан с паранормальным миром. 1408, 2007 года. Известный писатель Майк Энслин, сочиняющий свои романы в жанре ужасы, пишет очередную книгу о необычных явлениях и полтергейсте в отелях. Не верящий в существование загробной жизни, Энсли решает поселиться в печально известном номере 1408 гостиницы «Дельфин», который пустует многие годы.
По слухам, там обитают привидения. Невзирая на предупреждение старшего менеджера, мистера Джеральда Оллина, о грозящей опасности, упрямец настаивает на своем, даже не предполагая, каким кошмаром обернется предстоящая ночь. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!